От них, кстати, легко, да, убегать? Смотрите. Нет. Опа, опа, прям среди... Да. А, нет, нет. Ого, они меня... Ой, прости вас. Что это было? Они меня разорвали на части. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, No Name, Cyber, Wasabi, Чебузаврик, Секрет, Пика, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем Гаррис мод и скачали классный мод на радужных друзей. Это новейший мод, он вышел вчера, будем от них выживать, убегать и веселиться. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем угорать. Погнали. Пацаны, отбегайте к ним подальше, и я включаем искусственный интеллект. Для начала у нас будет трое. А потом все больше, больше и больше. Умрет от лов. Чпаньк. Поехали, поехали. Вот это он руками машет. Прикольно. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка где, пацаны? В описании. Вот так. Дим, помнишь наше главное правило? Кто первый умирает, тот лох. А что первый умер? Я умер первый? Да. Что? Нет, я не думаю. Ну что, ребята, я признаю свою вину. Кто придумал это правило, тот лох. Вообще-то это правило изначально придумал ты первое. Блин, но... и лох X2. Блин, ребята, настроение офигенно. Это он за мной бежит все это время? Да ты придурок, что ли? Ой, да ладно. Лох X3. Лох X3. Длинноногий. Так, отлично. Как вы думаете, кто из них жестче? Так, еще одного убили, отлично. Так, давайте, наверное, будем ставить еще. Вот такой вот. Так, уже их четверо. Да не конченые! Да ну чё? А, кстати, это твои родственники. О, пусть крокодил меня убьет. Хочу крокодила посмотреть. Васаби, ты его анимация есть. Так, я смотрю, как он кого-то хочет убить. Ого, да крокодил может лазить! Да. Какие два огромных синих карапуза бегают? Еще одного съели. Ой, привет. Крокодил молодец, зажрал меня. Ой, они ко мне идут. Так, спрыгиваем. Они тут, около башни. Нормально, нормально, гасят, пойдет, мне нравится. Давайте ставить еще. Что? Вы чё? Психи такие. Так, добавляем. Давайте еще туда зеленого добавим. Он более имбовый такой. Ты дурак, что ли, убивает сразу, а? Мне кажется, он бьет на расстоянии как-то. Не надо ему в пределах. У него руки подходить. Длинные просто. Он постоянно бежит и бьет, да? Бесконечно. Да. Так. Ой! Меня это оранжевый плохой мальчик. Все, он по себя бьет. Так. Ну не надо. Ну не надо, дядя. Давайте еще добавим. Давай. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Я сделаю так, чтобы было прикольно. Давайте мы поставим много крокодильчиков. О, давай. Зачем много крокодильчиков? Ой, блин, нашествие. Ого, нашествие крокодайлусов. Пацаны, бегите. Нет, блин. Где они бегут? За Пика. Не за мной, они за мной бегут. Мама, спасите меня. 2, 3 лоха уже. 4, 5. О, интересно, они по ступенькам могут ходить? Они не могут по ступенькам ходить. А вы не можете по ступенькам ходить. Я вашим научу. Смотри, все, застряли. Прям рядышком, прям рядышком. Давайте его рассмотрим. Эй, ай, не дурак, что ли? Ай! Блин, вот так под жопниками мне. Анимация прикольная, кстати, зубатая такая. Первый раз у тебя анимация. Вы что, гоните, что ли? Дима, я же говорю же, у них те же анимация. Ой, меня съели. Так, ты спрыгивай. Что? Васаби в зоопарк, блин, в аренду брал, а ты его взорвал. Мы выпустили диких животных. Я васаби столкнул прям к этим крысам. Так, давайте еще добавим чуть-чуть. Почему крокодил оранжевый? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да беги, Димка, беги. Да вы почему крыса? Не занят. Секрет крыс. Я его зарубил. Дима. Да. А почему крокодилы оранжевые, а не зеленые? Я не знаю. Ого, он хочет меня ударить. Они таблеток на... О, анимация у этого тоже синего есть. Васаби, ты тоже? Слюна со рта висит.
Сейчас мы поставим 100. Ого, я их наспамнил. Сейчас, ребятушки, давайте поставим вот этих 100, да. Мы что, изучаем этот мод, мы его ни разу не использовали. Поэтому, ребята, вы хотите, чтобы мы записали дружных друзей в лабиринте? Ставьте плюсик или нам нравится в комментариях, и мы сразу запишем. Дима, а что около меня ты поставил? Ой-ой-ой-ой. Пацаны, они умеют по ступенькам лазить или нет? Вы не проверяли? Нет. Васаби, хочешь я к ним столкнуть, да? От них, кстати, легко, да, убегать? Смотрите. Нет. Опа, опа, прям среди... А, нет, нет. Ого, они меня... Ой, прости, Васаби. Что это было? Они меня разорвали на части. Один. Прыгиваем. Блин, прям поцеловался с ним. А ты смотри. Иди сюда. Эй, да за что? Я тебя хотел к друзьям отвезти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, их тут. Дима, я тебя вижу. Посмотрим их. Ого, у них слюна висит со рта. Я сейчас тебя толкну. Прикольные челики. Эй, на тебе. Нет, нет, ребята, няшки, ешьте его. А я живой. Я был живой. Я был живой, но не живой. Привет, мои. Да что такое, я умер сразу. О, а можно в них вселиться? Давайте попробуем вселиться в одного из них. Это будет вообще класс. Потом будет сравнение, кто самый сильный. Так, я сейчас поставлю вот этого большого зеленого и попробую в него вселиться. А ну-ка. О, можно вселиться. Можно потом сделать, кто самый сильный. Ну это будет, конечно, не только. А, я вот так бегаю и могу бить сразу лапами своими. Не, можно записать этот, какой этот радужный друг настоящий. Ой. Можно, а, кстати, что? Хорошая идея, ребятушки. Вы придумали новые вещи. А, есть, ребята, есть. Так, давайте начнем сейчас выживание. Кого я убиваю, вот с этого момента сейчас, тот тоже берет радужного друга. Вы знаете, как спамить и вселяться? Да. На все, наводишься на них? Да-да-да-да, все, ребятушки, давайте. Находится это DGBs. Есть этот раздел там, найдете. Ну что, давайте начнем выживание делать. NPC классно, но за настоящего играть лучше. Первый пошел. Васаби. А кто наверху сидит, тот лох. Еще один, еще один. Я прыгать могу, нажмите пробел. То можете даже лазить поверху, я вас и так поймаю. Вот это он прыгает, смотрите. На меня. Вот это псих. Вот это псих. И слышь ты? Ай, психопат! Вот это мы их мочим, прикольно. Дима, так, кто еще? Достать на крышу? А где ты, где ты? А я на крыше, тут ученый. Какой-то ученый. О, я тебя вижу сзади. Ой, о, Дима, привет! Ой, не надо на меня нападать. О, не надо. А я могу через стены бить? Я, наверное, через стены могу даже бить. Не надо. А я бы не надо. Надо, надо, надо. Давай, 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 дави его, дави. Ах ты. Спидран, спидран. Лучше бы зеленого взяли. За этого синего тяжело будет убить. О, оба, зеленый. Оба. Есть, да, зеленый. Есть. Оранжевый. Ой, ты что дерешься? Задавил. Еще вижу, еще вижу. А все, мы всех убили или нет? Нет, я живой. Я тоже. Отлично. Кто останется последний, сможет оружие использовать. Дима, привет. Ого, прыжки. Вижу, вижу психопата. Все за ним, все за ним. Я иду за ним. А, блин, а быстро прыгнул далеко очень. А, вижу. Сыграй, беги. Вижу, вижу, да. Ученого. Ребятушки, за мной крокодил. Должны замочить. А-а-а, прыгну. Все за ученым, все за ученым. И так прикольно руками машут. Ну, есть. Кто остался последний, давайте оружие можете брать. Ба, со мной бежит крокозябля. Побежали. О, наверное, АР-2 шары будут хорошо их мочить, я так понимаю, да? О, нифига себе. Вот это, конечно... Есть, я убил, я убил, я убил. Смотрите, кто тимится со мной будет? Ну что, всех убили? Да. Ну что, давайте дуэль, ПВП, каждый сам за себя, вы готовы? А за кого? Сейчас, подожди, я удалю и поставлю себе нового, чтобы у меня этот, мол, полные жизни были. Сейчас я тоже. За радужных этих челиков. Так, ну я маленький, так что я буду бегать. Три. Два. Один. Битва началась. Мне интересно, затащу я или не затащу. Так. Есть, одного убили. Тот, кто умирает, наблюдает. Убил!
Убил, да ладно, да как ты это сделал? О, динозавры дерутся, давайте посмотрим, как динозаврики дерутся. Ах ты ж говно. Ого, они прыгают. Вот это прыжок. А ты чё у меня там макаронины такие? О, привет, брат. Ты кто там? Так, 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 я вижу, вот еще драка пошла. Есть, ну ты чего? Давайте дружить. А тот, кто выиграет, мы будем против него все с оружием. И посмотрим, сможем мы его убить одного или нет. Давайте посмотрим. То, смотри, я вижу победителя. Только не знаю, кто это никнейм его. Давай, крокодила еще. Давай. Ей, ты смотри, что он делает. У нас есть победитель. Ну что, получается, еще есть кто-то? Так, я вот. Вот, привет, мой друг. Привет, вот. А вот он, иди сюда. Давай, крокодайлус. Крокодильчик, он голименький, да, мне кажется? Он голимый, да. Он зеленый. Ну что, ты готов ПВП этот? ПВП, наверное, а дуэль между настоящими игроками и оружием. Пацаны, можно брать только огнестрельное оружие. Вы готовы? Давайте запасаемся оружием. Так, я возьму, наверное, какой-то автомат мощный. О, Serious M2. Возьму, наверное, пулемет, шестистволку. Сразу говорю, пацаны, базуки использовать нельзя, потому что будете, как всегда, меня мочить. И гранаты нельзя. А миниганы? Можно, можно. Ладно, ну что, где этот челик? 3, 2, 1. Битва началась. Он сзади меня, ой, да? Ой, вы мочите! Ай, да что? Я убил. Уби! А что у него так жизни мало? Давайте попробуем его монтировками забрать. Не, давайте я поставлю настоящего NPC, мы против него повоюем. Давай. Так, сейчас, ну, да, ребята, будет пожестче. Это вам уже не настоящий игрок, это уже NPC-шечка. Ну что, я его поставил. Ай, дурак сразу убил меня. А у него жизни мало. А он вообще изичный. А ну вот этого жизни сколько. А, отвали. Ой, за нами главный герой этот идет. У него жизни тоже мало? Я у них слабо ему был. Да что, у них жизни по 100, что ли? А, вот так, не значит. Больше, нет, ты. Ой! А теперь битва началась нормально. Так, оружие. А! Да блин, не успел оружие взять. А где эти оранжевые челики? Они там бегают, их там целое стадо, пацаны. Да я вас сейчас всех убью, а ну иди сюда. Я штук, наверное, 15 или 20 поставил. Я что-то не вижу, чтобы они умирали. Вот сова легко будет. А где они все? Я тоже их толпа нельзя по конкретно одному стрелять. А, умрите! Да ты крокозябл. Убил меня сразу. У меня пика, ты чё? О, бензопилу надо, бензопилу, наверное. Сгрыз. Сейчас мы, ребята, я уже завел движок прогретый. Где эти челики? А меня убьют? С АВП. Ну чё? Ах! Блин, это было наивно, да, очень? Дим, давай их газом будет. Не надо газом. Ой, сорян. Спрыгивайте, вы чё ссыте? А сам стою наверху и гашу. Реально. У них не по 100 жизни, побольше, да, будет? Самый последний в игре появляется. Да, у них жизни много, ребята. Хоть повоюем немного. Ах ты, крыса, со спины зашло. Так, надо другое оружие брать. Не знаю, какое надо оружие взять. О, давайте попробуем его пригвождателем зафигачить. А ну иди сюда. Я профессионально пригвождаю. Ой, что летает? Ой, эти пригвожденные летают. Ребята, летающие радужные друзья. Вы чё, пацаны, приземляетесь? Ой, приземлился. А кто бы знал, что так будет? Я ж не знал, что они будут летать. А, вали, Димка. Зачем? Я их сейчас киберракетой разнесу. Не, нельзя ракетой. Можно бомбой, да? Да, да, можно бомбой. Так. Подождите, что у нас тут есть? Да блин! Тайперка из Left 4 Dead. Вали! Димка, вали!
Ёкарный бабай! А их бомба не берет-то. Придется пацаны их разрушать, только так уничтожать. Тут один выживший. Дим, давай снимем ограничение с оружием. А ты что будешь, админский пистолет сразу брать, крыса? Нет. Нет, это нечестно. О, снайперку, давайте снайперку реально возьмем. А, я спамню. Может, бесконечный С4 будем брать? Чтобы их обезвредить. Снайперка, ой, она больше сносит. Дима, она снайперка больше сносит, чем обычно. Не, мы должны их убить. Мы же в психе. Ой, но я они в психе, не мы в психе. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за бомба? Кто ее тут кинул? Я не знаю. Это оружие такое. Это секрет уже сразу спалил. А, все, значит, мы поняли. Там у всех убили, да, я так понимаю? Я даже не знаю, где она находится. Давайте еще небольшую зачистку сделаем. Уже меня гонят. Пацаны, уходите. Беги! А почему именно сзади меня? Дима, сейчас, подожди, я чихну. Так, ну давайте теперь сделаем тест. Сейчас я их поставлю. Это, как говорится, финальный тест. А, не, мы не всех убили. Еще где-то двое штук по карте летало. Вот что, на Диму бомбу повесили. Так, ставим, сейчас я отключу им искусственный интеллект. Ставим вот этого. Вот такая бомбочка. Отходите, я сейчас ее взорву. Так, ну вот сразу. Так. Я компьютер. Не попал. Сейчас попаду. Эй, бомба. Давай я взорву. Во. Оно троих сразу, да, убило? Да. Да, кажись. Короче, вывод один. Бомба их мочит без проблем. И теперь точно финальный кадр. Это мы взрываем ядерную бомбу. А представьте, они ядерный взрыв переживут. О, давай, будет прикольно. Так. Я, короче, прицеплю туда стульчик. Давай, сейчас я поставлю ее. Так, ребятушки, давайте такую небольшую. Эй, васаби, слезь. Так, сейчас. Так, ну я, наверное... Вот, вот такую небольшую бомбу. Сейчас. Тихо. Реально небольшая. Я ее зафризил. Все, садил, сел? Да, это, слезь отсюда, это мое сиденье, все. Пацаны, все, отходите. Я одел маску, то что мне... Вот, давайте, чтобы было красиво, мы его... Вот такую бомбочку взорвем. Вот, лети сюда! Вот это жесть! Они выжили! Они живые! Что? Они радиацию переваривают! Эй, вы чё, мужики? Я же не задамажила, Дим! Они же сами от радиации-то родились! А, это их обычная среда обитания! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, пошли мои ролики. Еще!